Всем привет! Предлагаю пройтись по клубу «Наставник». Обзор курса. Вводный знакомство вы сами посмотрите. Просто надо нажать на «Приступить к изучению» и там сами посмотрите. Давайте я вам другие курсы покажу. Но, в принципе, вы можете каждый курс, нажимаем «Приступить к изучению». И дальше вы просто жмете на вот «Развернуть все» и читаете. То есть, в принципе, на этом обзор курса можно уже и заканчивать, потому что вы можете все сами развернуть и почитать. Вот курс, который я вам очень рекомендую, «Стратегия продвижения MLM-бизнеса». Вот с него стоит начинать. Здесь и что вы продаете, определяетесь, и как позиционируете, и обратная связь есть, и целевая аудитория, да, и также очень классный урок, как мы закрываем проблемы клиента через выгоды вашего продукта или услуги, да, через выгоды вашего бизнеса. Чтобы вернуться, опять же, на начало, да, на все курсы, вы просто нажимаете на вот этот вот значок. Нажимаем на значок и идем дальше. Или стрелочкой обратно, как обычно делают. Здесь у нас готовые автоворонки для сетевика. Смотрим, что здесь есть. Опять развернуть все. Автоворонка по заработку. Формула успешного рекрутинга. Дальше. Ну, это уже технически, как сделать автоворонку. Автоворонки во ВКонтакте. Сейчас буду этот курс обновлять. Очень сильно прям. Идем дальше. И продающий профиль и группа ВКонтакте. Это как оформлять именно социальную сеть ВКонтакте. Развернем, посмотрим, как наполнить страницу, автопубликации, истории, аватар группы, живая обложка, да, промо-пост для рекламы лид-магнита и структура промо-постов, оформление, приветственный пост знакомства, вот как писать. Смотрите, здесь у нас даже стоит вот стоп-урок для того, чтобы вы написали, вам дали обратную связь. Пост приглашения на консультацию или в воронку, логика воронки, серия писем, чтобы вы могли просто для любого бизнеса или для другой какой-то воронки все это составить. Вот. Здесь реклама лайв-трансляции и идет Сэндлер. Это рассылщик во ВКонтакте. Идем, друзья, дальше. Я вам вот этот не буду показывать, потому что, ну, будет, наверное, непонятно. Это автореспондер.io, это рассылщик e-mail писем. Вот. Вы уже, если решите работать через e-mail рассылки подключить, вы зайдете и посмотрите. Система продвижения. Это все могу вам открыть сразу. Можем с вами идти по очереди, курс за курсом. Вот именно то, что вам в первую очередь надо, через обратную связь со мной. То есть вы говорите, что я хочу начать с Telegram или с ВКонтакте, и мы тогда будем с вами работать. Оформление профилей, да, обратная связь, продающий опрос. То есть здесь и таргетированная реклама. Вот здесь уже и настройки, ну такой более продвинутый, конечно, курс, схема продвижения, он не для новичков, это потом уже. Что еще здесь? Убойный контент для сетевика, вот это вот тоже крутой курс, рекомендую обязательно изучить. Пост показываю, который принес 5 продаж за 3 дня, как продать себя, пост полезность, да. Как сделать так, чтобы ваши статьи читали, не отрываясь, учимся писать истории, обратная связь, история на доверие, история на приглашение и онлайн-консультации, как проводить, как закрывать сделки для тех, кто хочет все-таки людей выводить на консультации и как закрывать сделки. И идем дальше. Ну, скажу правду, вот этим шаблоны от А до Я сама всегда пользуюсь и всегда сюда заглядываю. Здесь наборы фраз, мини-сайт о вас вы сможете сделать. Из этих фраз они готовы, они под все бизнесы подходят. Вы немножко можете просто его, ну, переделать. Но у нас многие просто выбирают те фразы, которые для вас подходят. И вот вы можете сделать такой мини-сайт о вас, наборы фраз. Готовые шапки Instagram или уникальное торговое предложение. Это подойдет вообще для любой соцсети. Еще дополнительно фразы для Instagram. Готовые посты по сетевому маркетингу, не шаблоны. Вот. Дальше шаблоны постов и писем у нас идут. Первое, что идет, это боли, хотелки, возражения, друзья. Почему это важно? Потому что вот в продающих постах там надо вставлять то ли боли, то ли хотелки, то ли возражения. И вам собрали уже все готовое. Вы заглядываете и вставляете вот в какой-то пост. Продающие заголовки по шаблону. Шаблон писем для рассылки. Ну и разбор домашних заданий. Здесь макеты сторис, шаблоны, готовые шаблоны презентаций для MLM. Вы просто берете и вставляете вот под себя. Что делать, если не умеете писать тексты для блога, соцсетей или нет идеи, о чем писать? Вот такая у нас есть, да, информация. Разработка контент-плана, шаблоны контента для лендинга, для сайта, шаблон и автоворонка продаж. Дальше у нас идет мотиваторы, то есть это определенные слова, которые заставляют людей
обратить хотя бы внимание на ваше предложение. Вот это тоже крутая штука, пользуюсь сама нею, фразы для перехода к продажам. То есть заголовки у нас есть, тексты, которые писать есть. Чем закончить, чтобы человек пришел к вам, сделал то действие, которое вы хотите. И это надо сделать правильной фразой, не рассусоливать там надолго. Вот здесь есть именно фразы. И, друзья, еще такая классная штука, которая называется 20 пунктов, почему у вас со мной получится. То есть рекомендую просто обязательно сделать. Вот это будет такой как PDF-формат. И люди, которые с вами пообщаются, они после этого, вы им даете вот этот PDF, такую книжечку, у них остается 20 пунктов, почему у вас это получится. Значит, это было шаблоны от А до Я. Здесь Инстаграм для MLM, кто работает, кто продолжает работать Инстаграм. Вот здесь первый шаг потенциального клиента, важная строка, знакомство с вашим аккаунтом, самая важная строка, инструменты Stories. И шаблон скрипта «Новый подписчик», друзья. Вот очень круто. Дальше, как сделать сторис продающими. Продающие заголовки, продвижение с помощью хэштегов. И 9 идей закрепленных сторис для MLM. То есть то, что обязательно у вас должно быть. Как включить уведомления о публикациях. Как добавить сторис в актуальное. Что постить в сторис. Планируем вечные сторис, контент на месяц. Вот. Ну и дальше технические варианты, как создать обложки и так далее. Здесь еще будет новая информация, потому что много очень нового интересного. Готовые шапки для Instagram или УТП и шаблон скрипта для нового подписчика. Итак, идем дальше. Что у нас еще здесь с вами есть? Instagram, соцсети, автоматизация. Давайте я вам так покажу, вы захотите потом. Соцсети, автоматизация с обратной связью от меня. WordPress – это создание сайта. Дальше, рекрутинг в Telegram. Каким образом? Давайте открою вам, покажу. Способы продвижения без спама, настройки личного профиля и так далее. Это у нас рекрутинг. Так, идем дальше. Дальше у нас продвижение в Pinterest. Это такая социальная сеть, через которую можно продвигать и YouTube-канал, и любую вашу соцсеть. И давайте теперь зайдем еще в бонусы. Бонусы. Разворачиваем. Вот здесь у нас полезные сервисы для сетевика. Больше 50 сервисов, вот, которые нужны сетевику. То есть вы просто заходите, выбираете. Не надо вам их запоминать. Да? Здесь у нас библиотека эфиров клуба. Очень интересные темы. Как новичку построить в интернете команду с нуля. Собственные истории и так далее. Продающие заголовки, вот 10 шаблонов, практика, то есть мы все вместе прям, вот шаблоны есть, и люди придумывали. Скрипты продаж, дубликация, бесплатная реклама. Зайдите, посмотрите, как здесь и баннеры, как создавать, и истории, как отстроиться от конкурентов. То есть вы можете все это зайти, посмотреть, что здесь у нас есть. И вопросы-ответы от участников клуба. Опять же, вы можете задать. Вот у нас, допустим, был вопрос. Не могу навести порядок у себя на рабочем столе, да, постоянно такой беспорядок. Или как работать с Google документами. Или браузеры для записывания видео и скриншотов, расширения. Вот такие были темы, что люди говорят, не знаю, что делать, хватаюсь то за одно, то за другое. Разбор бизнеса по кирпичикам, прям вот мы, что зачем. Как создать магнит для группы в соцсетях. Шлифуем продажи. Вот, ну здесь было по сайту у нас. Здесь, почему должны подписаться под меня, да? Что писать на странице об авторе. Разбор личных страниц групп ВКонтакте. Вот. Методика создания оригинальных видеороликов. Видите, сколько пользы. Сколько пользы. Следующее это... Ах, пропустила. Сценарий нажала. Так, ну здесь вы не увидите. Только надо зайти. Темы не увидите, да, потому что вам будет все понятно. Мы их не рассекречиваем. Сценарии. Сценарии для ваших постов и для ваших сторис. Контент на обучение, на вовлечение, на доверие и продающий контент. Своя автоворонка продаж. Вот у нас такая, да? Дерево предложений, определение целевой аудитории, тексты готовые, слайды, как записывать видео, автоворонка бот, партизанский маркетинг, как уже потом эту воронку продвигать. И поток входящих заявок с YouTube, очень крутой курс. Все курсы у нас авторские. Результаты с курса 100% будут. Еще есть ссылка на чат.
И здесь рассказывается, как правильно вывести топ, как поднимать активность, просмотры. И вот то, что тоже я заглядываю сюда очень-очень часто, боли, хотелки, возражения. Здесь тоже вы не можете это все развернуть, но когда вы нажимаете на материалы, то вы можете посмотреть видео. Я там разворачиваю и показываю. И очень шикарный план убеждения для 7 ниш. То есть надо продавать не так, что приходи ко мне в компанию, а вот именно через этот план убеждения. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Все это обновляется. Скоро у нас 1 сентября мы будем давать обратную связь. У нас будут дополнительные еще очень-очень крутой материал. Прям, вот знаете, почему сейчас стоит подключиться? Потому что будет материал практика. То есть вы что-то, мы вам говорим, что делать, да, бесплатные методы продвижения. Говорим, что делать, вот, вы делаете, дается 2 дня, да, и обратная связь. Материал практика будет по бесплатному продвижению в соцсетях. Очень крутой материал, еще ни у кого такого не видела. Дам вам, и вы можете применить не только для себя, но и для своих партнеров, для своей команды. Поэтому подключайтесь, у нас замечательная просто партнерка на клуб «Наставник» работает. Вам будет очень выгодно. 30% с первого поколения и 20% со второго поколения. Все, до связи и хороших вам чеков и команды.